А в Ленинградской области испортили граффити с изображением погибшего ополченца Моторолы. В поселке Металлострой неизвестный облил рисунок краской. На записи камеры наблюдения видно, как мужчина подходит к трансформаторной будке, на которой и нарисовано граффити, кидает в него некую емкость. После чего фотографирует все это и уходит. Помимо портрета Моторолы, пострадала и припаркованная рядом машина. Уже установлено, что новоявленный художник уехал из поселка на автомобиле, сейчас его ищут. Один из создателей граффити пообещал восстановить испорченный портрет. Кстати, нарисовал он его всего полторы недели назад, 22 октября. И как раз сегодня глава ДНР Александр Захарченко пообещал в скором времени назвать имена офицеров СБУ, причастных к убийству Арсена Павлова, более известного как Моторола. Он был убит вечером 16 октября. Ополченцев взорвали в лифте собственного дома в Донецке. Местные власти квалифицировали происшествие как теракт.